Больше 100 миллиардов рублей налогами получила казна Ставрополья в прошлом году. Исполнение краевого бюджета – одной из основных тем заседания правительства региона. Прозвучало, что темпы роста доходов на 25% выше, чем в 2021. Что касается расходов, то большое внимание уделили социальному блоку. 3,5 миллиарда рублей выделили на индексацию зарплат бюджетников. На поддержку участников СВО и членов их семей направили почти 5 миллиардов. При этом годовой план бюджета перевыполнен на 18 миллиардов рублей. Эти деньги перераспределяют на расходы уже этого года. Мы этот консервативный сценарий закладывали в начальные цифры планирования на 2023 год. Поэтому я очень прошу каждую дополнительную работу, которую вы предполагаете, любого характера, они должны сначала 7 раз сильно обдуматься, а потом только предложить. Поэтому всем очень попрошу внимательнейшим образом смотреть за своими дополнительными желаниями. На улице Юбилейной в Минеральных Водах продолжается строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья. В общей сложности в новые квартиры переедут 222 человека, сообщили в региональном Минстрое. Сейчас на объектах монтируют металлические конструкции, утепляют стены и обустраивают перегородки. Рядом с домами установят детские площадки и оборудуют зоны отдыха. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Невинномысске в этом году отремонтируют полуторакилометровый участок дороги на улице Шевченко. На отрезке обновят покрытие проезжей части, обустроят бордюры, укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В поселке Кумская долина капитально отремонтируют врачебную амбулаторию. В медучреждении обновят кровлю, потолки, полы, двери, окна и инженерные коммуникации, сообщили в региональном Минздраве. Также там проведут внутренние отделочные работы и закупят современное оборудование. Реконструкцию амбулатории проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.